Всем привет, вы на канале Камила и Каролина. Сегодня я буду открывать свои подарочки, которые я сама делала. Это из бумаги. Что-то я стала последние дни так майстрить. Тогда я делала шаролу. Ну, давайте начнем. Первый я вытаскиваю. Это будет... Вот это я возьму, да. Потому что тут вкладыш. Фруктышки. Это девочки-фруктики. Это мне попалось, я не смотрела. Вот, фруктышки. А, да. Раскрываем. И тут видно нашу фруктышку с вкладышем. Вот она. Да. Это, наверное, не знаю, фруктышка, какой-то фрукт. Сейчас я открою вкладыш, что-то... А, виноградинка, лимон или яблочко. Это, наверное, виноградинка, потому что у меня на голове виноградинки. Сейчас я приду. Вкладыш, тут вот такая. И я отмечаю, у нас есть это. Вот. Первые. Сюда мы еще положим какую-то куколку. Следующую убираем. И я взяла погодка. Пог. Тут вкладыша нету, но мне двойной свертыш. Вот. Его очень легко открывать. Следующий. И у меня попала зима. Я очень хотела зиму. Оп. Зима, моя любимая зима. Вот зима. Следующая мне попалась опять фруктышка. То есть девочка-фруктик. Раскрываем. И там пока что не видно фруктышку. Аккуратно. Ты так тщательно их заделала степлерами, да? Ну покажи. Всё. Залепила полностью ими. Что теперь не может Камилочка разорвать. Я легко. Так, следующее. Это попалось яблочко. Яблочко. Хам-хам-хам. Вот такое вот яблочко. Ложим сюда и отмечаем. Яблочко. Я собрала две, один. И один, может быть, и будет следующим. Потому что я сделаю только две фруктышки. Следующие. Стикеры. Я люблю стикеры. Да. Это... Какой же стикер мне попадется? Я хочу стикер. Не знаю. Так, вкладыши видно. Стикер. Я не буду пока смотреть стикер. Потом сначала посмотрим вкладыш какой. Вот у нас такая коллекция. Поцелуйчик, язычок, улыбка и удивление. Да. И мне попался кто там? Это поцелуйчик. Вот такой вот поцелуйчик. Сложим сюда и отмечаем. У нас есть поцелуйчик. Да. Отлично. Следующий, да. Точно. Да. Следующий это погодка. Опять его очень легко открывать. Опа. Это дождик. Это дождик. Дождик. Откроем дождик. И вот такой у меня дождик. Красивенький дождик. Снимаем. Опа. Вот. Вот такой у меня дождик попался. Говорю, это без коррекции. Это просто погодка. Зима и дождь. Следующее. Это опять стикеры. Люблю стикеры. Да. Следующий стикер. Это удивление. Ура, мне попалось удивление. Вот такой смешной смайлик. Удивление.
Я пока выбираю следующий стикер. Ой, не стикер, а погодка. У меня попадается теперь погодка. Открываем. И тут солнышко с тучкой. Значит, пошел дождик. Или он начинается. Да. Вот и стикер. Вот такой. Не стикер. Вот. Это солнышко с тучкой. Следующий. Фрукт. У меня еще вроде не попадался фрукт. У меня попадались только фруктышки. Кстати, вот это старший, чем это младший ее. Да, девочка. Открываем фрукт. Кто же у меня там будет? Никто. А что там будет у меня? Думаю, там без вкладыша. Ну, там есть. Это яблочко. Есть вкладыш, но это другая упаковка. Такое милое сердечко яблочко. Яблочко. Такой вот фрукт, это яблочко. И яблочко мы ложим под яблочко. Следующий. Погода. Опять у него попалась погода. Это именно гром. Гром, гром, гром. Да. Вот так вот, это гром. Отлично. Вот. Такой молния. Гроза желтая. Вот и ветер дует огромный. Следующий это фрукт. Следующий это фрукт, который вырос. Вот яблочко есть. У них, по-моему, было три. Это с вкладышем, да. Наконец я могу показать вкладыш. Арбузик. Арбузик. Помните, если вы видите, где я делала эти штучки, и там был арбузик. А вот мы отмечаем наше яблочко. Вот оно. Следующий. И у меня осталось только два. Выбираю. У меня попадается фрукт сразу. Потом еще вроде бы осталась погодка. Опять. Это вишенка. Есть! Мне повезло, у меня попался флаг. Флаг. Сейчас я покажу вам. На каждой упаковке есть вот такой, заметили? Это вот такой флаг. Флаг фруктиков. У меня где-то еще он был. Что-то я тут не заметила. Это было... Арбузик? Это был арбузик. Как его не заметила? Да. Значит, отмечаем. А ну, вкусный кусочек. Его можно съесть. Арбузик, вишенку. Все. И нам осталась только мандаринка. А мандаринку мы можем и дома взять. Так что мы почти собрали нашу... Хотя мы собрали нашу коллекцию. Все, у нас мандаринка и так дома есть. Флаг, это очень хорошо. То есть нам попался флаг, который почти невозможно достать. Да. И ложим вон яблочко. И вот так Камилочка трудилась своими собственными ручками, все сделала, да. Чтобы вам, ребятки, показать, да? Вишенку. Чем можно себя занять, когда делать нечего, да? Ага. Мне где-то вишенка укатилась. А, вот она. Вот и вишенка. И вишенка нашлась. И флаг. Это место апельсинки. Да, как считается. Следующий это погодка. И мы соберем всю коллекцию. Да. Отрываем эту ученику. Солнышко мне самое веселое попалось. В конце. Теперь вся погода у тебя тут в куче, да? Да. Еще это у меня всего лишь... Это у меня смайлы четвертой части. Еще у меня будут второй части. Я люблю вторую часть. Она прикольная. И... Погода третьей части. А всё, это всего лишь последнее солнышко. И солнышко одолевает всех тучек. И получается солнышко, а не зима. И получается хорошая погода. И всем хорошего настроения. Да? Мы вылетаем. Такие на солнышке. Ну? И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.
С вами была я, Камила. Нажимайте на классную кнопочку и на колокольчик, где будет выходить новое видео и уведомления. Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!